Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона, и мы продолжаем играть в Food Champions. Мы пробились в Weekend League, одержали одну победу, и у нас еще впереди 23 матча. Поехали, это наша третья игра. Я взял в аренду себе ряд игроков последних, которых я мог себе приобрести. И играть мы будем против Забей себе, слился. Давайте следующего. Ронби. Ну, в принципе, нормально, он в Баварии. Все, погнали. Так, у него немецкие футболисты. Арсен Венген, тренер. Есть Рибери. Ну, в принципе, такой обычный состав. Альянс-Арена. Команды начинают эту игру. Поехали. Перед нами состав хозяев. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, ну и, разумеется, вместе обороняются. Опасно! Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Хуан Мат. Отлично сыграно, надо решать. Пас в разрез очень точно. Роберто Фирмино. Значительно выше мяч пролетел. Новый нападающий выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, которое практически все сейчас обсуждают. Команде действительно нужно было усиление в атакующую линию, и тренер получил в распоряжении игрока, которого очень хотел. Рафаэль. Первая атака соперника. Тут может что-то получиться. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Так, давай. Дембеле зарядил в небеса. Так, подожди, что он делает Дембеле? Видимо, по гражданству ходит. Вот это да, отличный перехват. Великолепный пас. Попытка сделать навес, защитник закрывает. Свисток арбитра угловой. Так. Томас Мюллер! Опять угловой, что ли? Да что ж такое-то? Давай надо отбиться, ребят. Просто отбиться. Короче, чем... Выходит голкипер и опасность миновал. Хумельс. Получает мяч на ходу. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Лукаш Пишчик. Посмотрим за этой атакой. Отлично. Слушай, какая хорошая прорисовка шрама у Рибери. До этого, что нередко попадалось. Золо Канте. Хуан Мат. Ермерико Бамия. Ждем угловой. Рибери. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Вали против Рибери. Может получиться интересная атака. Ер-Эмерик Обамиян. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точны. Слушай, ну этого надо выигрывать однозначно. Рибери, оказывается, с мячом. Он вообще ничего не показывает. Это может быть опасная атака. Защита справляется. Сыграет на Рибери и все. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Абдул Рахман Баба. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Рафаэль. И голкипер вступает в игру. Какой удар!
Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Ну, что ты делаешь? Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Хорошая передача. Он явно задумывал немного. Отличный удар. Прижались, ребята, просто мяч ушел на угловую. Есть моменты, чтобы растянуть его. А мы зажались. Просто зажались. Лукаш Пищек. Сократис. Чемберлин. Да ёб, ну что ты делаешь? Ошибка в передаче, и мяч ушел за пределы поля. Ужас просто. Вместо того, чтобы забивать. Тиаго Алькантара. Это может быть опасно. Бей и выводи команду вперед! Потащил один удар, но может быть и второй. Да что ж такое-то? Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И прерывает защитник эту передачу. Пьер-Эмерик Обамиян. Давай, 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 давай. Вы посмотрите, сохранил-таки мяч под прессингом. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Плохо сыграно. Мяч потерян. Хуан Мата. Пьер-Эмерик Обамиян. Не стал давать свисток арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Пока неплохо. Отличный кросс! Франк Рибери. Мюллер. Был фол, да, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Да что убегаешь, что так? Тиаго Алькантара. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Ударище просто! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Отлично. Вратарь легко ликвидирует угрозу. Мюллер. Томас Мюллер. 3 минуты добавлено к основному времени. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Роберто Фирмино. Тут может что-то получиться. Давай. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Что ты вообще важно? Итак, первая половина. Вата. У него один став. Конечно, больше атаковал, я только отбиваюсь. Снова приветствуем вас на чемпионате Food Champions Weekend League. У нас все готово для начала второй половины игры. Рафаэль. Это может быть опасно. А это Томас Мюллер. Мяч уходит на угловой. Давай, 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 давай. Выноси. Отлично. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Отлично. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Может получиться интересная атака. Арбитр останавливает игру и вполне карточку че может попало показать за такое нарушение. Попало. Желтая карточка. Что-то толкается, брыкается. Давай, давай, давай. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание. Тащит вратарь! Тащит. Обычный удар, который должен вратарь отбивать. Этот кричит тащит. А что он его должен пропускать? Сделаем заминки. Непростой удар, но прыгнул и не дал забить. Вратари сегодня играют феноменально. Очень оба непробиваемы. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Давай, 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 давай. Нарушение, безусловно, да было. И что решит арбитр? Да какое там нарушение? Да ничего там не было.
такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Это может быть опасно. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Мюллер! Все еще ничья у нас, хотя они увеличивают давление. Чувствую я, гол не за горами. Мяч меня атакует. Рахим Стерн. И пас обратно. Скучновато. Посмотрим за этой атакой. Пас фланга. Неплохой мог получиться навес, если бы не защита. Луис Густаво. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нужно забивать и выходить вперед. Угловой номер. Какой номер? Атаковать его, блин. Голкипер отбивает мяч. Отлично, сэк. Шикарный момент! Да еще проиграл. Вратарь! Вот это сэк! Угловой. А теперь давайте посмотрим на соотношение угловых в этом матче. Атака остановлена, но кто получит мяч? Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. Мюллер. Тут может что-то получиться. Сыграно жестко, но в рамках правил. Основное время истекает через 20 минут. Мюллер. Рафаэль. Есть хороший адрес для передачи. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. А мяч уже у соперника. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Диас. Пока неплохо. Рафаэль. Сейчас как никогда близки они были к тому, чтобы повести в счет. Вообще ничего, может быть, нет. Вот у допенок что-то ничего не было. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мюллер. Какой бы важности матч ни предстоял, Томас Мюллер всегда собран и нацелен на победу. В играх с аутсайдерами он всегда выполняет. Рафаэль. Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул, спас команду. Это может быть опасная атака. Великолепный проникающий пас. Абамиян! Да как не гол-то? Мяч уходит на угловую. Матери божья. Как тут-то? Ё-моё, смотри, что. А, так я ему гол. Нужно выходить вперед, бей! И все-таки вратарю удается сохранить свои ворота сухими. 0-0. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Вот это вот мяча из аута. Сразу же соперник. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Это может быть опасно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Абдул Рахман Баба. И снова точно партнер отдает он мяч. Диас. Дембеле. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Тиаго Алькантара! Блестяще сыграл вратарь в этом эпизоде. Счет не открыт.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный навес. Да, через такую защиту непросто будет прорваться. Угловой в концовке матча — это всегда опасно. Бьет он головой. Четыре минуты добавил судья к основному времени матча. Чемберлен. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто. Дембеле. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Рафаэль. Отличный пас в разрез. Мюллер. В этой атаке оборону пройти не удалось. Так, ну и что у нас? Ничья после основного времени. Ну да, тут до пенок-то есть, да? Он 19 ударов нанес. Ну, конечно, это жесть, ребят, просто жесть. Так, а замены у нас кончились, да? Нет, еще ли. Но у него были, конечно, моменты, он и сейчас мог забить. До этого я мог что-то забить. Но никак не получалось. Ну давайте попробуем. Блин, побеждать, конечно. Разом тройная замена. Видимо, тренер совсем недоволен тем, что происходит. Это может быть опасно. Опасная передача. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Здесь защита справляется, мяч отобран. Ох, какой гол! Какой гол! Сидим. Вышедший на замену игрок забивает. И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол — это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий, потому что, как мы любим говорить, ничто не предвещало. И продолжится игра, я не сомневаюсь, ни секунды. На таких же хороших скоростях пойдет, и моменты будут возникать. Так, давайте сменим на 5-3-2. Тут надо просто доиграть матч. Нечего выдумывать. Я бы сказал, что вот этот первый гол — гарантия того, что игра должна пойти гораздо веселее. Отлично сыграно, надо решать. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Футбол — быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Кастро. Люк Шоу. Мюллер. Посмотрим за этой атакой. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Юлиан Драксель. Защита справляется. Красиво сыграно, как эффектно. И как пробил. Потащил один удар, но может быть и второй. Хумельс. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Две минуты добавлено к основному времени тайма. Пока неплохо. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Абдул Рахман Баба. Мяч летит в штрафную площадь. Еще 15 минут дополнительного. 15 минут быстро пролетят. Нужна победа, ребят. Команда начинает второй дополнительный тайм. Это последний тайм матча. Рафаэль. Это может быть опасно. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Отлично. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Мац Хумельс.
Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Джейми Варди. Вратарь намертво забирает мяч. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Мюллер. 112 минут команда играет, еще 8. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Мяч покинул пределы поля. Юлиан Драксель. Дембеле. 114 минут, игра продолжается, осталось еще 6. Это может быть удаление. Одно предупреждение у него уже есть. Да, подвел команду, конечно, не справился с нервами. Такие действия в центре защиты всегда чреваты. Вряд ли теперь команда будет размышлять об атаке. Чемпион, что ли? Защитник хорошо выбирает позицию. Попасть от Тополос. Команда сравнивает счет до конца игры. Всего ничего. И это очень важный гол. Удается команде сравнять счет под конец встречи. Дожали все-таки соперника. Никогда не сдавайся. Этот девиз и лозунг сейчас применительным к этой команде. Ну что, давайте смотреть, останется ли счет ничейным. Или все-таки еще нас ждут сюрпризы. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Дембеле. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Есть шанс выйти вперед! Японский бог, блин. Ну что ты делаешь, ну? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Серия пенальти нас ждет, друзья. Посмотрим. Ай, ладно, господи, итак, первый удар в серии. Это всегда огромная ответственность. Бьет по центру ворот и забивает. Ну что ж, уже лет 30, как это модно. По центру ворот вот так спокойненько пробить. И это гол! Да на нем просто лица нет от волнения. Очень уверенно исполнил 11-метровый удар и забил. Это был точный удар. Забил пенальти. Молодец. Четкий удар и гол. И реализует этот игрок пенальти. Вы тоже это видите. Здорово нервничает перед этим. Удар и гол. Великолепный удар! Если сейчас он не забьет, матч закончится. Удар с точки точно! Он серьезно взволнован. Это видно невооруженным глазом. Ну что это за удар? Соберись! Готовится пробить игрок. Отбил вратарь! Отчетливо вижу признаки волнения на его лице. И все! Ну что ты сделал? Вратарь приносит победу своей команде. Восхитительная игра вратаря, причем в самый подходящий момент встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, очень обидно. Ну, конечно, все, что, пипец, просто пипец. Ладно, всем пока, играйте в FIFA.